Че, всем привет. Так, что, как видно, слышно? Олео. Супер. Что, тогда сегодня будем про Лолонки говорить. Тема довольно интересная. Вот, но мы говорить будем уже не про какие-то базовые вещи. То есть базовые вещи вы там, уже смотрели там на основах машинного обучения, смотрели, что вот есть текстики, мы их как-то обрабатываем, пихать можем хоть в логистическую регрессию потом. Ну, в предыдущем семестре смотрели уже, какие бывают там современные модели, и на самом деле ничего не изменилось за вот прошедшие там полгода. То есть трансформеры все еще рулят, все еще пользуемся всеми теми же самыми моделями. Поэтому сегодня будем уже смотреть на какие-то более прикладные штуки, которые касаются LLM, типа как их использовать вообще и как их используют э, на практике именно в индустрии. Э, я не буду запускать ноутбук, я его предварительно прогнал. Если кто нибудь будет прогонять, то будьте внимательны, если у вас памяти видео, ну, нет там хотя бы, не знаю, гигов 20, то придется его в несколько заходов прогонять. Вот, потому что за один заход он там по памяти обвалится где-то в середине. Вот, короче. Что, э, сначала заберем библиотеки, которые нам нужны. Здесь уже не такой уж стандартный набор. Типа bits and bytes нужны для квантизации, трансформеры, чтобы брать модельки, accelerate, чтобы GPU использовать хорошо, sentence piece, чтобы кодировать нормально, оптимум еще дополнительные LLM-ки бустануть. AutoGPT можно брать оттуда модельки и метрики для того, чтобы оценку приводить. Вот, короче, все это забираем, определяем, что у нас обучаться будем на куде. Вот, куды в KGLE точно должно хватить. И сразу же отключаем такую штуку, которая называется токенайзер параллелизм. Это то, что типа там, токенизатор может нам в параллели какие-то действия делать. Ну и вот мы говорим, что нет, false, потому что иногда, если будете там llm что-то с ним баловаться, будете декодировать много всякого того, что будет нагенерено, и он вам будет выдавать, что, мол, сорян, типа, за процесс got forked и так далее, то есть у него там будут некие трабы, он будет вам выдавать вот сообщение, что типа, поставьте-ка false, и мы заранее ставим false. Вот. А в целом, какие вообще бывают модели, две такие большие группы? Ну, это open-source и closed-source модели. Вот open-source модели, типа, они просто все выложены, то есть нас интересует не только архитектура, но и веса. На самом деле, типа, сама по себе архитектура без весов имеет мало смысла, потому что, ну окей, вот у вас есть там какая-нибудь лама 70b, 70 миллиардов параметров, вам дадут архитектуру. Но и тем не менее, ну, у кого есть ресурсы, ну, для себя лично, например, там обучить 7 модельку ну, похоже, что не особо-то у, много кого. Вот, еще и не говоря уже о том, что и данные для обучения нужны. То есть, как бы здесь архитектура плюс веса. И closed-source модели, в closed-source моделях э, у вас, скорее всего, нет ни одного, ни другого. То есть у вас есть просто интерфейс взаимодействия с самой моделью, то есть как и там есть у GPT, когда у вас есть просто формочка, типа в нее вводите текстик, там какой-нибудь вопрос или все что угодно, нажимаете Enter, и запрос отправляется на сервак. Сервак обрабатывает, там токенизирует, делает все, что нам нужно, и выдает вам только чистый ответ уже, который детокенизирован, то есть который уже декодирован, вот так вот работает OpenAI в чат-бот арене, в Яндекс -GPT, там, не знаю, Клода возьмите из этого, из антропика. Вот, они все более-менее в этом плане похожи. То есть, самое главное отличие в том, что в open source вы видите, что находится внутри модели, можете как-то на это посмотреть, потрогать. В closed source вы работаете с черным ящиком. Отправили запрос, получили ответ, что-то внутри происходит, вы абсолютно без понятия и никак на это не можете повлиять. Вот, а дальше. Окей, допустим, начинаем мы что-то делать. Хорошая команда для того, чтобы проверить, что у вас там с ГПУ, это вот как раз команда NVIDIA SMI. На каких-нибудь всяких серваках тоже совершенно спокойно на Ubuntu работает. Вот, смотрите, видите, что вот у вас есть какая-то видеокарточка, у нее там есть какие-то характеристики, есть сколько на ней питания сейчас в данный момент, чем больше нагрузка, тем, естественно, будет больше питания. Смотрите, сколько по времени активно и сколько памяти у вас загружено. Ну и здесь вот еще будет в процентиках. То есть, если у вас там есть какие-то сомнения, например, вы что-то подгрузили, сделали какие-то операции, потом удалили там модель, удалили токенизатор, удалили все скуды, и вас интересует, а у вас на Куде все еще что-то лежит или нет, ну, что-то забыли, типа такое вообще совершенно легко может произойти. Просто берете вводите NVIDIA SMI и получаете, что у вас там, если у вас там написано, не знаю, там 1 гигабайт занят, а вы, у вас по идее ничего не должно быть занят. ну, очевидно, что где-то косяк, где-то что-то заняло Куду и не отпускают. Вот, короче. Дальше. Возьмем просто какую-то модель, на данном случае мы берем Open Chat модельку, вот, можно прям сразу взять и открыть ее страничку на Hanging Просто заходим, смотрим. Это open source моделька. Ну вот, open chat 3,5. Тут всякие есть какие-то показатели по датасетам. Тут есть какие-то дальше описания этой модельки. И что самое главное, почему это open source моделька? Потому что у нее есть файлики. То есть вот вы заходите, и у вас здесь есть э, -то конфиг токенизатора, что здесь внутри находится. Здесь находятся всякие спецтокены, типа в прошлом семестре уже говорили, что там у токенизаторов есть разные токены под разные какие-то э, административные, давайте скажем, технические нужды. в данном случае там определен заранее токен UNC, который заменяет все неизвестное. Там, токен BOSS, EOS, там, начало строки, конец строки э, и всякие там специальные чатовые токены, вот падовый токен, вот. еще в новых версиях трансформеров э, разрешается в tokenizer config пихать то, что называется чат template. Чат template это такая штука, э, которая нужна для того, чтобы воспроизвести нормальное для модели поведение. То есть модель ее могли до обучать на каком-то инструктивном датасете, в котором для модели задания подаются в, специ... В, специ... В, специ... в специальном виде. Давайте скажем так, в виде каких-то инструкций с ответами. Модели их показывают. И потом мы можем какие-то похожие инструкции давать, и модель будет хорошо этих инструкций слушаться. Вот. И то, как выглядит ожидаемый input для модели, вот это можно указать прямо в виде чат-темплейт. Вот и здесь вот, типа BOSS-токен, значит, он заменится на настоящий BOSS-токен. Здесь там дальше будет вставлено все сообщения, которые нужно, там здесь будет дальше вставлена еще какая-то штука. Вот. То есть это то, как модель вообще ожидает принять в себя запрос по-настоящему, а не просто тупо текст. Типа, модель, скажи мне, как твои дела? Вот. Если будете видеть моду Лен вот такую вот штуку, типа удивляться тут особо нечему, это, такая, это значение заглушка, которая служит просто для того, чтобы было и на самом деле там в реальности в фреймворках во всяких для оценки это, это значение заменяется там, ну, типа я видел, что часто на 2048 заменяют и отвечает этот модуль MaxLen за размер контекста. То есть сколько токенов вы можете за один раз подать в модель максимально. Вот, и это имеется в виду, учитывая уже ответ. То есть вас, если вот у вас модель типа 2048 токенов в состоянии вообще воспринять, то это означает, что если у вас в вопросе содержится 2000 токенов, то есть, ну, вот большой какой-то вопрос, который вы токенизировали, вы хотите услышать на него ответ. То у вас остается всего 48 токенов для того, чтобы получить ответ. Потому что э, это декодерная моделька, и она будет, э, у нее в вопросе, будет, в ответе будет содержаться вопрос, а потом уже продолжение, там, ответ. Вот, короче. Ну, и здесь все, еще всякие дополнительные параметры, типа, там, какой класс использовать, когда вы подаете, там, аутотокенайзер он будет сюда вот посмотрит и сам найдет нужный модуль, и его воспримет, и так далее. Вот, очень много здесь всего можно увидеть. Можно увидеть и generation config, который отвечает за то, как генерация производится. Типа он здесь показывает значение токена, BOS, EOS, максимальную длину. Вот здесь вот она установлена конкретная, то есть здесь 8000 токенов. Вот, температура, которую мы уже тоже как бы когда-то обсуждали что она влияет на то, насколько разнообразной будет генерация. Вот, и, ну, к слову, еще здесь потоки Вот, короче, как так. Ну, и там всякие тензоры весов, и еще всякие штуки, которые вы хотите, можете там поизучать один раз, и поймете, что там вообще в модели внутри происходит. Ну, вот, короче, мы берем просто имя. Дальше. Мы говорим, здесь можно прям сразу взять, ну поскольку мы уже посмотрели и мы знаем, что класс токенизатора это лама Tokenizer, там так написано э, в конфиге, то мы можем вызвать непосредственно Lama Tokenizer. Если нет, то берете там в трансформерах э, Auto Auto Tokenizer. Здесь много есть автокласс, автоклассов, и вот есть у нас AutoTokenizer, AutoModel, AutoConfig, которые вы просто подаете что-то, что, что вообще-то, ну, что может быть воспринято трансформерами, и они сами уже попытаются там внутри в конфигах поискать в описании все посмотреть и запустить тот класс, который вам нужен. Нужно быть в этом плане, конечно, аккуратным и смотреть, чтобы версия трансформеров у вас была актуальной. Почему? Потому что вот вы возьмете, например, там, не знаю, да тот же самый Lama Tokenizer или модель Lama, типа возьмете, там, не знаю, Meta Lama 2, там, 7B чатовую. Дальше вы, короче, такие классные возьмете где-нибудь, ну, в коллабе, я не, проб... не помню, какая там версия трансформеров, попробуйте загрузить эту модель, а вам скажут, что, слушай, чё, а я не знаю, что такое Lama Model. И вы такие, это как? Как это, не знаю, что такое Lama Model, все знают, что такое Lama Model. А это будет зависеть от версии трансформеров. В старых версиях трансформеров, когда лама еще не была известна, тупо не было класса, который бы мог бы вместить в себя э, токенизатор для ламы и модель для ламы. Вот и все. Вот, короче, подгружаем токенизатор, просто указываем имя и указываем, на какой девайс мы хотим положить токенизатор и выполнять операции. В данном случае мы на KUDI будем хотим. Дальше. Для многих моделей есть такая большая проблема, которая состоит в том, что у них не указан подтокен. Подтокен – это тот самый токен, который вот у вас есть там последовательность из каких-то текстиков. Так, сейчас. Это вот первая последовательность, а вторая последовательность у меня вот такая. И вы хотите все это преобразовать в, в, в один батч. Окей, okay, типа, без проблем, вы преобразуете, у вас здесь там будет какое-то там, не знаю, одно число, второе число, третье число, четвертое число и пятое. Но вот проблема в том, что э, тензоры, как и э, array NumPy, должны быть все одинакового размера. То есть внутри все элементы должны быть одинакового размера. И вам, получается, нужно сделать из трех токенов таким то образом 5. Как вы это сделаете? Ну, окей, у вас будет там x со штрихом 1, x со штрихом 2, это же другая последовательность, x со штрихом 3. А дальше вы будете использовать PAD. Это специальный токен, который как бы существует, но на нем ничего не считается, и он нужен тупо, чтобы запомнить место. И вот очень часто вы, если будете работать с LLM, вы будете замечать, что у многих моделей этот подтокен, и он сам, и его айдишник, они не определены заранее, всем было глубоко все равно. И в таком случае обычно имелось в виду, разрабы что закладывали? Закладывали, что вместо под токена будет использоваться просто EOS токен. И действительно, если у вас есть последовательность там типа x1, x2 и дальше под, ну давайте даже сразу 2, то нет никакой разницы, будет у вас здесь два пада или у вас здесь будет EOS, типа end of string. Токен, означающий, что у вас строка закончилась. Типа, какая разница? Ну, типа, окей, хорошо, мы вот у нас еще один EOS, который после первого EOS идет, но для модели это ничего не значит, она тупо сюда не смотрит. Поэтому мы просто берем и заменяем пады на EOS, когда падов нету отдельно обученных. Вот. И от этого ничего не будет, но вот здесь вот мы именно поэтому заменяем. Дальше мы достаем модельку. Модельку мы достаем с помощью как раз-таки вот этого магического класса Auto model for Causal LM. For causal, это означает, что мы достаем просто обычную базовую декодерную модельку. Достаем from pretrain, то есть уже с готовыми весами по имени, указываем девайс map, то есть на каких видеокартах мы хотим раскидать модель. Дальше Torch the type – это указание того, в каком пресижении у вас будут веса. То есть у вас изначально там есть тензор весов, и в нем находятся какие-то числа. И если посмотреть, я не знаю, там, Мистраль давайте. Если открыть какую-нибудь там Мистраль, у здесь написано, что вот столько там у модели параметров, 7 миллиардов, и есть тензор-тайп. И вот тензор-тайп здесь написано BF16. BF16 – это означает BF16. Это как обычный флот 16 битов, но чуть-чуть оптимальнее. Вот. И в зависимости от того, сколько у вас есть памяти, сколько вы готовы выделить, вы ставите нужный пресижен, нужную точность. В данном случае мы говорим, что мы хотим, чтобы это были числа с плавающей точкой в 16 битов. И каждый вес. А вот у модельки сколько еще раз, блин, я что-то забыл, у OpenChat, сколько у него весов там? Но у него тоже типа 7 миллиардов параметров. То есть у вас 7 миллиардов чисел будут весить по сколько? По типа 16 бит. А, вот, вот так вот. Или если бы мы сделали бы тогда b флот то было бы чуть получше. В, в том плане, что памяти меньше бы занималось. Ну окей. Вот для этого мы указываем тот же деталь. Типа, в каком формате хранятся числа, веса, весов. Вот. А мы еще специальные флажочки тыкаем, которые сейчас как бы особо большого смысла как-то углубляться в них нету. Но тоже как бы можно, типа. Ну, из названия понятно, что, типа, каким-то магическим образом мы, э, э, типа, использование ЦПУ немножечко оптимизируем. Вот. Ну, и вот у вас подгрузится. Типа, будьте внимательны. Опять же, тут три тензора весов. Ну, так как 7 миллиардов параметров, 7 миллиардов чисел, как-то надо скачать. И вот весят они все 15 гигабайт. Ну, типа, тоже немало. Ну вот, допустим, вы загрузили. И дальше смотрим. Nvidia SMI выводим. И видим, что у нас 14 гигов с 16 уже тупо занято. Все. То есть только одна сама по себе моделька уже заняла почти всю видеопамять, которая у нас вообще, в принципе, есть. Грустно. То есть в дальнейшем надо быть очень аккуратными и по возможности не использовать какую-то еще слишком много видеопамяти. Иначе у нас выпадет ошибка, которая называется OOM. У вас там будет написано: Куда out of memory. Вот, и с этим уже ничего не сделать. Дальше. Хорошо, типа, окей, вот у нас есть модель, что она нам выдаст. Ну, для того, чтобы понять, что она нам выдаст, надо понять, а что она вообще, как, как она вообще может выдавать. И, в принципе, опять же, в прошлом семестре мы уже так или иначе смотрели на то, какие бывают вообще стратегии для генерирования текстов. Есть у нас самая базовая стратегия, это greedy search, то есть э, как вообще модель генерирует текст. Вот у вас есть какая-то входная последовательность из токенов, то есть там, не знаю, альфа-1, альфа-2, это просто какие-то числа, номера из токенизатора. Ну и вот альфа-5. Вы подали это все в модель. Модель А пусть будет. Ну и давайте не А, а F. И дальше эта модель что делает? Она смотрит на всю вот эту последовательность. То есть она ее всю кушает. И дальше она рекуррентно просто по одному генерирует новые токены. А6, ну альфа-6. Ну, для вас это просто сразу типа текст целиком выдается. Но на самом деле, если вы взглянете вовнутрь, то у вас будет следующее. Что вот так вот хоба. И, ну, там и альфа-7 и так далее. То есть каждый раз модель будет делать много проходов по всем данным. Каждый раз она будет проходить сначала вот здесь прошла, потом вот это плюс еще один новый токен, потом вот это плюс еще один новый токен и так далее, для того, чтобы сгенерить каждый следующий токен. И каждый раз модель на выход будет выдавать вам просто вектор размером с ее словарь. То есть это просто размер авака. И каждое число в этом векторе будет означать, какова вероятность, что следующим токеном после вот этого всего будет идти соответ... токен с соответствующим индексом в словаре. Типа P здесь будет. Вот. И гриди – это когда мы просто берем каждый раз наиболее вероятный токен. Мы скормили кусок, дальше получили вот этот вектор вероятности и берем наиболее вероятный. И так всегда, так дальше. Из плюсов то, что он очень простой и быстрый. То есть это такой довольно оптимальный способ. Минус в том, что мы можем прийти к несвязанному тексту, потому что не всегда самое вероятное, самое крутое. И мы можем прийти к повторам, а иногда даже вообще к циклам. Когда у нас есть некоторая последовательность, и получается так, что самый последний токен этой последовательности, у него наибольшая вероятность, э, соответствует первому токену. Мы заново генерим тот токен, который стоял первым, и генерируем снова всю фразу. И так далее до бесконечности, пока у нас предел э, не достигнет генерации. Вот, Поэтому гриди – это такое довольно спорное решение. Быстро, просто, но неэффективно. Есть сэмплинг. Сэмплинг с какой-нибудь нам температурой. Сэмплинг это когда мы берем из всех вот этих вот, вот у нас есть вектор этих вероятностей, и мы берем и из него сэмплируем в соответствии с этими вероятностями. То есть этот вектор, по сути, задает нам какое-то там распределение по словам вокабуляра. И мы просто смотрим на это распределение и из этого распределения просто сэмплируем слова ну, токены. В данном случае мы просто один токен сэмплируем. Очевидно, что мы просто, ну, так как это у нас вероятностное распределение, то мы просто случайным образом выбираем отсюда э, какой-то токен. Чем больше у токена вероятность, тем, естественно, тем более вероятно, что будет выбран именно этот токен. И типа у, у токена с наибольшей вероятностью наибольшая вероятность того, что он будет выбран. Но не факт, что вы выберете самый вероятный токен. То есть, когда вы сэмплируете, у вас есть возможность выбрать какой-то не, не вообще мало, прям очень слабый вероятный токен. Просто этой вероятности очень мало. Вот. Температура влияет на то, что у вас чем больше температура, тем больше распределение становится полярным. То есть, допустим, вот у вас там было сейчас какое-нибудь какое-то вот такое распределение из большой температуры, ну, то есть, типа, вот есть у нас определенный лидер, то есть, какие-то есть большая вероятность сконцентрирована где-то, но все равно у других токенов тоже, как бы, вероятности были вообще не маленькие. И температура, она просто берет и отдает предпочтение э, каким-то либо более вероятным, либо менее вероятным токенам, что-то я не, не додумался. Сэмплинг with temperature. Наверняка должны быть прям какие-то кар красивые картинки в хабре там же самом. Ага. Нету. Вот, короче. Сейчас. Ну да, вот она, короче. Есть у вас изначально какое-то распределение э, по у выхода модели. В данном случае модель там предсказывает вероятность классов, судя по всему. Это у вас распределение какое-то, ну, такое, типа, не самое клевое, но, тем не менее, вот, что, что, имеем, то имеем. И если вы зададите очень маленькую температуру, то все, все маленькое, все маленькие вот эти бугорки, они перераспределятся в пользу большого. То есть предпочтение будет отдано наиболее вероятным токенам. Все большие вероятности вырастут, а маленькие упадут. Такое вот перераспределение произойдет. То есть маленькая температура способствует тому, что э, модель становится более консервативной и старается выдавать токены, в которых она наибольшей степени уверена. При этом вы используете сэмплинг. То есть, у вас все остальные токены все еще могут попасть в генерацию. Но они просто с меньшей вероятностью туда попадут. Вот. И наоборот, когда у вас температура большая становится, ну вот типа при температуре 1 было так, а при температуре 20 мы вот большую вероятность чутка занижаем, а на остальные перераспределяем. То есть заметьте, что распределение не меняется в плане того, что здесь синенький все еще чуть поменьше зелененького, красненький поменьше синенького. Ну, про оранжевые и остальные ничего не понятно изначально. Но порядок не поменялся наибольшая вероятность так и осталась наибольшей просто все остальные подросли до ее уровня то есть произошло некоторое сглаживание и вот при сотне почти все токены типа одинаковые ну там есть между ними небольшая разница но эта разница она на сэмпле прощения будет не так уж и сильно влиять вот короче это температура есть у нас э, по ядру по ядру это что значит? Это значит, что, типа, давайте возьмем все слова, все вероятности из вектора, отсортируем по убыванию и скажем, что... И давайте найдем то, что называется кумсум. Кумулятивная сумма. То есть просто каждый раз будем складывать. И вот как только мы дойдем до отметки P, мы остановимся и скажем, что все токены, которые попали слева, мы из них всех будем сэмплировать, а все, спра все справа мы тупо на них забиваем. Это вот называется нуклеус сэмплинг или топ п сэмплинг, когда мы берем вероятность P, например, 90%, и говорим, что все токены, которые э, суммарно дают нам вероятность 90%, мы используем, а все остальные нет. Типа, вот как это банальнее, попроще можно для себя осознать, ну вот так, что мы сортируем по убыванию вероятности, Берем, просто находим э, сумму кумулятивную, и одна склада, там, не знаю, самый первый токен, вероятность 10%, у второго, там, 5%, ну, и они дальше понижаются. Ну, и вот, значит, 10, 15, и дальше плюс, 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 пока мы не дойдем, там, скажем, до 90%. Когда мы дошли до 90%, мы говорим «стоп», все остальные токены выбрасываем и сэмплируем только вот из этих топ ка сэмплинг – это когда мы берем только топ к наиболее вероятных слов. То есть мы просто берем, опять же, сортируем по вероятности по и берем тупо не сколько-то, сколько, сколько составит там, 90% вероятностной массы, а тупо берем первые там, 100 слов и только из них сэмплируем. А, нормализацию длины можно использовать для того, чтобы а модели не были настолько склонны генерировать короткие последовательности, а мы можем еще дополнительно взять и делить логарифмы вероятности на ну, длину последовательности там, в какой-то степени, для того, чтобы э, как-то модель не стеснялась, не боялась э, генерировать последовательности побольше, то есть слова побольше, если он, нам это важно. Стохастический бимсерч, ну, бимсерч обычный. Бимсерч это что такое? Опять же, проще всего будет просто, наверное, картинку. Так, BIM Search. Лучевой поиск. Где-то здесь должны быть картинки. Ну да, вот они. Сейчас здесь будет какая нибудь побольше картинки. Не, нифига не, не, не будет, картинка побольше. Ну вот, короче. Есть у нас какие-то... У нас есть вообще, в принципе, последовательность. То есть мы начинаем с какого-то токена, после него модель начинает генерировать. Вот модель сгенерировала несколько кандидатов. У этих кандидатов есть свои вероятности. Мы выбираем, ну сколько. Мы там говорим, что мы используем лучевой поиск, и мы используем, не знаю, там, две стратегии там два, два этих два луча пускаем. Сейчас, может быть, есть картинка с качеством получше. А, ну вот, все, вообще четенько. Мы используем там сколько-то лучей, и вот мы начали. Коп, сюда прошли. Дальше. Допустим, у нас Так, сорян, это гриди. Ну, гриди, блин, это и так понятно. Вот. Два луча у нас будет. Начинаем отсюда приходим в развилку. То есть здесь модель может сгенерить несколько разных токенов. Типа после Z модель говорит, что довольно вероятно, с вероятностью 0, 0.4 будет у нас DOC. с вероятностью 0.5 nice, с вероятностью 0.1 car. У нас всего два луча. Мы сами определяем, сколько их. Значит, мы теперь будем, мы будем поддерживать две наиболее вероятных стратегии. Значит, наиболее, две наиболее вероятные – это nice и док. 0,5, 0,4, 0,1 отпадает, типа третья по вероятности. Дальше. Uh, уже внутри них смотрим. У Дог какая наиболее вероятная? Ну, 0,05, 0,05, 0,9. Ну, понятно, что вот сюда придем. Z, док Хэс. И у Найс nice, наиболее вероятная у нас будет Уман 0,4, потому что больше всех остальных. Вот таким образом у нас два луча, и мы двумя лучами как бы делаем гриди делаем жадный поиск, но теперь в двух направлениях. Естественно, надо понимать, что самый первый бим, самый первый луч, это всегда, он всегда будет соответствовать обычному жадному поиску, обычной жадной генерации. Но вот второй луч у нас, как получается, типа какая вероятность будет получить Z dog has? Ну, 0.4 на 0.9. Это 0.36. А какая вероятность будет получить the nice woman? 0,5 на 0,4. Ну, сколько? 0,2. Типа, ну, теоретически, наверное, можно вообразить себе ситуацию, когда BIM второй там, или третий найдет, возможно, даже более вероятную последовательность. Вот. Просто потому, что там где-нибудь будет какое-то огромное количество ветвений. И вероятности очень сильно упадут. Вот это, короче, BIM-серф. Если добавить сюда немного стахастики, то будет стах... стахастический BIM. Ну и там еще вот есть декодирование с минимальным риском. Ладно, это уже не суть. Ну и вот, короче, вот у нас есть промпт. Это входная информация. Мы промпт подаем целиком в токенизатор. Говорим, токенизатор, смотри, вот тебе промпт. Выдай мне, пожалуйста, тензор для пайторча И не возвращаем мне токен тайпы. Ну, вот просто есть такой атрибут токен и мы говорим, пожалуйста, забей на него. И сразу говорим, что мы на куде это все хотим видеть. Вот. Токенизатор все сам сделает, он сам у себя внутри вызовет метод ENCODE, и все сделает все, по красоте. И в большому счету выдаст он вам следующее. Вот у вас будет input IDs это именно токены из токенизатора. И attention mask это то, по каким токенам нужно считать attention. Если у вас там будет две последовательности там, в одной будут слова, а в другой... Будет один пад, то тогда attention маски будут э, выглядеть так, что здесь будет один, 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 Потому что по пад токену нам не нужно считать attention. Он просто заполняет место и все. Вот. Поэтому зачастую attention маски там куча единиц. Ну и сколько-то ноликов будет. И дальше мы просто берем и говорим Model Generate. Типа, вот тебе, пожалуйста, вот весь этот батч с лавариком. Держи, распакованным. Сгенерируй мне, пожалуйста, не более 64 новых токенов. И используй, пожалуйста, жадную генерацию. Ну и вот получается. The first the worst martial form, looks like a tiny, transcooling, looks like. Ну, вот оно looks like, и вот оно, a tiny a blob, что-то там. Вот это сгенерировал модель. И она еще, к слову, дальше продолжила. The discovery, of the first life form on Mars, has been, ля-ля-ля. То есть, ну, в целом, в принципе, довольно неплохо. То есть, текст, который мы сейчас здесь видим, он довольно-таки читаемый. То есть, хоба, и можно уже, в принципе, удивиться тому, как модель хорошо работает. Батч, опять же, те же самые не больше 4 токенов. Но теперь мы говорим сэмплируй. И возьми температуру 0,2, то есть э, консервативная генерация. Когда только наиболее вероятные токены должны попадаться. Вот. И вот looks like. across between JellyFish and C анимон какой-то. Ну и там дальше еще тоже какой-то текст идет. Заметьте, все равно мы сказали вероятность 0.2. И тем не менее, модель хороша. Она даже при такой вероятности, при такой температуре выдает связанный хороший э, текст. Просто здесь разнообразия в этом тексте будет мало, потому что токены только самые вероятные. Просто несколько, а не один. Вот. То же самое берем, э, сэмплируем. Вероятно, температуру мы еще меньше сделали. И топка мы ставим 10. То есть каждый раз при, для каждого нового токена мы из 10 кандидатов всего выбираем. Вот looks like, это что-то там, организм. Ну и дальше, опять же, снова связанный текст, но довольно с низким разнообразием. То же самое, выключаем сэмплинг и включаем Beam Search. И в данном случае мы будем э, смотреть на три стратегии. Здесь будет выведено, к слову, самое оптимальное. То есть не все три, можно поставить, чтобы все три выводились. А здесь только самое оптимальное будет выведено. Looks like, вот, across, between, form и что-то там еще. И снова довольно-таки читаемый приятный текст, вот, но тоже разнообразно. То есть везде мы получали в итоге разные тексты. Вот при этом надо быть внимательным, когда вы используете те же самые бимы. Если вы делаете много бимов, то у вас начинает видеопамять сильно тратиться. Поэтому тут тоже надо быть осторожным. Только из-за одного бимсерча может так выйти, что по памяти будет все очень больно. И вылетит потом ошибка. Как бы тут тоже надо это понимать. Дальше. А, какие вообще бывают промты? Ну, самый простой промт, мы уже посмотрели, и тут ничего удивительного. Вы просто пишете какой-то текст. Что-то сделала модель. Модель, что-то мне расскажи. Ну, как чат-GPT, что-то пишете, типа, сделай мне то-то. Но это не единственный способ, и это, самое главное, это не то, как многие модели хотят видеть информацию для себя. И вот у многих моделей, я уже показывал, появляется то, что называется чат темплейт Это то форматирование, которое для модели является правильным, к которому модель привыкла. И вот для того же самого чат GPT, если кто-нибудь из вас когда-нибудь уже работал с api чат GPT, то там внутри находится, там внутри в документации, которая доступна только с помощью VPN, поэтому я сейчас открывать не буду, там, там указано, что вы, когда к модели делаете запрос, ну, там, GPT-4, вы обязаны вот так вот делать тоже как бы. -то. Вы указываете ролл, это типа кто дает запрос, и содержание запроса, типа непосредственно вот инфа, которая уже потом там преобразуется внутри api внутри самого чат GPT, там, на сервака, преобразуется в какой-то другой вид, который вот уже чат GPT может в себя принять. Ну и вот здесь мы имитируем то же самое. Мы говорим, что у нас есть какая-то роль. У нас есть запрос. What's your favorite condiment? Uh, есть роль role assistant. что там какой-то еще вопрос. Есть role user, uh, типа есть у тебя рецепт майонез. То есть три разных запроса, две разные роли, три непосредственно для разных текста. Окей, okay. взяли мы все эти месседжи, три штуки, говорим, типа, токенизатор, а ну-ка примени чат-темплейт к каждому из них. Вот, и говорим, месседжи токенизировать нам не нужно, добавь, пожалуйста, дополнительный еще промпт для генерации, чтобы, типа, можно было подать генерить текст. Но это у нас начинается, что вот нас босс-токен, дальше там юзер задает вопрос, а, чай, ну, ассистент отвечает на этот вопрос. Дальше юзер задает следующий вопрос. И теперь уже модель должна сгенерить. То есть мы создали маленький диалог. Вот вопрос у юзера: ассистент, то бишь, языковая модель подготовила такой ответ, дальше юзер задает следующий вопрос, и мы, по сути, таким образом намекаем модели, что хорошо бы она вот этот ответ прочла, и в подобной манере ответила нам на следующий вопрос. И вот за это отвечает чат-темплейт, который и позволяет такому поведению наиболее оптимально дойти до модели, чтобы она поняла, что речь идет о диалоге, и адекватно на него отреагировала. Вот. Теперь мы делаем apply template и уже токенизируем. Естественно, возвращаем тензор для пайторча. И подаем это все в модель. То есть вот то же самое, но в виде токенов. Подаем в модельку. Говорим, сэмплируем. Температура 0,7. То есть поближе к единичке, поближе к нормальному. макс New токен 256. 200, не больше 256 токенов, пожалуйста, на стол. И вот. У нас появляется есть у нас запрос, и заметьте, что модель, она внутри своего ответа, то есть ответ модели сначала содержит весь вопрос. Для у любой декодерной модели будет приблизительно такое поведение, то есть модель сначала прочитывает весь вопрос и потом начинает догенерировать символы. Это как раз то, о чем я и говорил, что если у вас модель воспринимает всего, там, не знаю, 512 токенов, а вы уже 500 потратили на саму формулировку вопроса, то у вас осталось всего 12 токенов, в которых модель может изложить свое какое-то мнение, дать ответ. Почему? Потому что модель повторяет... Давайте считать, что модель просто повторяет вопрос и потом начинает отвечать. Вот, обычно просто это обрезается. Там у того же самого чат GPT вы такого не найдете, скорее всего, потому что там тупо отрезается кусок. Самый начальный. Вот, короче. Ну и вот у нас есть OpenChat. У OpenChat есть два ассистента. Обычный, дефолтный. И есть математический. И если вы замените GPT-4 в промте, здесь вот GPT-4, Correct User, вот замените на F, то вы получите ассистента, который может решать примеры. Типа, почему нет? Это первый способ того, как вообще промты могут работать. Дальше. Человечество додумалось до того, чтобы использовать некоторую более крутую, более интуитивно, более интеллектуальную вот, стратегию того, как подавать информацию языковым моделям. То есть сейчас языковые модели довольно неплохо умеют отвечать на какие-то отдельные конкретные вопросы. Типа там, сколько будет 2 плюс 2? И модель, ну, хорошая модель, уже будет вам довольно сносно отвечать. Но самое интересное, что нас уже и не интересует просто обычный небольшой ответ на какой-то довольно однозначный вопрос. Нас начинает сейчас интересовать то, как у языковых моделей проявляются разные способности. Там, например, способности к ризанингу, то есть к то есть к пониманию, к аргументации, какой-либо позиции. То есть модель, от модели уже начинают хотеть не только, чтобы она дала ответ, но еще и сказала, почему так. То есть чтобы модель училась в каком-то смысле, давайте назовем это в кавычках, думать и размышлять. На самом деле просто создавать какие-то простые логические цепочки. И chain of thought, это и есть вот, типа как цепочка мыслей. Uh, как, которая как раз-таки направлена на проверку и на усовершенствование того качества, которое называется reasoning. То есть мы теперь не просто делаем тот же самый промпт, ну типа, окей, okay, вот там коррект, юзер, чат-темплейт нормальный, вот у нас есть вопрос у юзера, у нас есть какие-то варианты ответа на этот вопрос, заканчивается вопрос юзера, и дальше мы хотели бы что-то услышать от ассистента. Но в данном случае мы даем сразу несколько примеров, поэтому мы даем ответ ассистента, который мы бы хотели бы увидеть. И ассистент должен что? Что мы ждем от ассистента? Что он выдаст нам объяснение, и вот он решает задачу. Приходит к правильному ответу. И дальше отдельно коррект то есть правильный ответ. И мы даем еще несколько таких же примеров, точно так же с помощью э, отформатированных с чат темплейтом где сначала дается вопрос потом дается э, размышление к которым можно прийти к правильному ответу и дальше сам правильный ответ и еще один раз то же самое и теперь наконец мы задаем уже вопрос даем э, сколько-то вариантов ответов говорим модели типа генерь, говорим что сейчас будет объяснение а дальше ничего не даем и говорим продолжим и вот теперь модель из этих э, Трех готовых примеров должна понять, что от нее хотят, чтобы она не просто дала ответ, а чтобы она по аналогии с предыдущими кейсами сначала дала объяснение, а потом непосредственно короткий ответ. И вот что будет. То есть, естественно, первые три повторяются. Типа никаких сомнений в этом нет. Дальше. Вот у нас последний вопрос, на который мы хотим знать ответ. И модель действительно начинает сначала объяснять. Окей, okay, она объясняет длиннее, чем мы раньше показывали, но она объясняет, и потом она говорит, что ответ А и корректный ансер А. Я не прорежу эту задачу, если честно, я не знаю, правильный ответ или нет, но сам факт того, что модель вообще, в принципе, способна с помощью небольших модификаций промта прийти к тому, что сделать так, как мы от нее хотим, при том, что это ну, не совсем тривиально но это уже довольно клево. То есть хоба, и модель уже умеет объясняться. Вот, и еще и потом давать правильный ответ. То есть она следует тому формату вывода, который мы ей задали. Окей, дальше. Что еще интересного есть в языковых модельках? А, допустим, вы берете какую-то другую модельку, в данном случае Мистраль 7B инструктивная. Ну, типа, наверное, все слышали про Мистраль, много рекламы, что они такие классные, модель действительно хорошая. Но вот инструктивная модель, это взяли просто обычную Мистраль, и дообучили ее на корпусе, еще дополнительном обучающих доков. Все эти доки это просто какая-то инструкция с ответом. Модели показывают инструкцию, дают ответ, она это все в себя впитывает. Вот она называется инструкт. Вы еще, если вдруг будете там исследовать эту всю штуку, вы можете увидеть, что такие модели еще иногда называют SFT. Вот, supervised fine Tune, что-то такое там. Окей. Типа, ну для нас это просто сейчас обычная языковая модель. Просто надо понимать, что раз она инструктивная, то она просто лучше слушается команд. И, в принципе, ее качество будет получше, потому что она дообучена. Она поумнее, чем обычная. Базовая такая же модель. Ну, типа, берем опять же лама-токенайзер. Но только для мистрали теперь. Она тоже пользуется классом LAMA. Вот, заменяем подтокен на EOS-токен, потому что в Мистрали тоже нет подтокена своего внутренне указанного. Дальше. Мы, короче, берем вот библиотеку Bits and Bytes и из нее импортируем конфиг. Говорим, что мы хотим загрузить модель в 8 битах. В 8 битах это означает, ну, вот мы смотрели до этого, что у нас было флот 16. А теперь станет число э, в 8 битах. То есть до этого мы тратили 16 бит на один вес. А теперь все 7 миллиардов весов будут насильно перегнаны в 8-битный формат. И довольно просто понять... Типа вот что такое квантизация вообще сама по себе? Ну вот у вас есть какое-то непрерывное распределение, и вы его приближаете какими-то дискретными значениями. Вот тут ровно то же самое. То есть у вас есть какие-то бесконечные числа, ну какие-то просто большие такие числа сложные. Ну, вот. И вы просто берете и эти числа Здесь, может, есть какая-нибудь более интересная картинка? Блин. Ну ладно, ладно, ладно. Ну вот здесь есть, к слову, объяснение, что такое быфлот. Ну это ладно, больше не... Ну вот, короче, ладно. Вот эта картинка, видимо, верхняя, самая топовая для объяснения. То есть у вас вот были какие-то там сложные веса, вот где-то вот здесь вот вес располагался. То есть они какие-то там много знаков под запятой. А вы просто берете и сводите их до ближайших каких-то отсечек. 0,5 единице. То есть вы огрубляете, округляете в какую-то сторону все числа. И таким образом и выполняется, грубо говоря, квантизация. Вот. Почему, почему так? Потому что у вас раньше число бы весь занимало 16 бит, то есть оно там занимало полностью все эти 16 бит, то есть у него там какие-то числа по запятой были. А теперь вы выделяете на него только 8 бит. ну, очевидно, что сколько-то знаков по запятой тупо отрежется. Вот, надо главное сделать так, чтобы не просто отрезание шло, а чтобы это еще и было как-то интуитивно понятно, то есть чтобы потом моделька еще и не начала генерить какую-то дичь. А то иначе можно было просто каким то числами заменить, какая разница, целыми. Вот, с всегда такая штука, что я вот когда прогонял, модель у меня нормально инициализировалась, я потом проверил. Но, ну, а тем не менее, он всегда выдает мне какую-нибудь простыню, какую-то ошибку. В общем, на это есть что забейте. Если у вас модель подгрузилась, вы там, проверяете, просто типа принтите модель, и у вас модель мистраль. Ну, и все нормально. Ну, и а дальше снова то же самое. Типа вот у вас есть какой-то промпт, токенизируем, подаем в модель, просто жадным, жадной генерации. Ну, и вот что-то тайне, там что-то там, блок. Окей. Что-то сгенерилось. Фух, сейчас мы начнем еще один блок. Давайте есть какие-то вопросики по тому, что мы сейчас сделали. Мы брали модельки, генерили что-то и так вообще обобщили, что у нас было по языковым моделькам. Да, все понятно. Угу, супер. А теперь посмотрим на куда более практичные приемы. То есть, окей, вот у вас есть моделька. Ну, там, допустим, та же самая мистраль. Мистраль обучена на каком-то. Ну, вам, короче, не очень вообще понятно, на каком корпусе она обучена. Но давайте считать, что она просто среднячок во всем. То есть она хороша, но, допустим, у вас появляется, появляется новый домен. Вы там, не знаю, на работе у вас вам, нужно, вам нужна какая-то модель которая будет э, вам классифицировать юридические договоры. То есть она, у этой модели там какие-то домен ло, пусть будет называться. Вот вам нужно, чтобы моделька умела хорошо понимать вправе. Ну, в какой-то определенной мере. Вы пробуйте Мистраль, прям сразу натравить на ваши документы. Мистраль чист для примера не понимает, что, ну, качество какое-то есть, то есть она что-то понимает, но не то, чтобы прям круто. То есть э, вам нужно каким-то образом либо обучить модель, ну, в общем, вам нужно что-то придумать, чтобы ваша задача решалась какой-то нейросетью. Вопрос, что? Что можно придумать? Ну, вариант номер один это типа new model. Берете, учите новую модель, но почему это трудно? Потому что вам нужен какой-то обучающий корпус. Вам нельзя вот этот корпус использовать. Этот корпус, он о, строго привязан к вашему домену. А вам нужно сначала модель научить вообще, в принципе, языку. Грамматики, лексики и так далее. То есть вам нужен какой-то корпус документа, вам нужны вычислительные мощности. Вы еще, наверное, хотите какую-то крутую модель, а не логистическую регрессию. То есть, ну, там, берете какую-нибудь, ну, тоже там миллиардов семь параметров. Ну, для этого нужно, это нужно, это прям много времени займет. То есть, как бы ресурсы не бесконечные, в том числе и временные. Поэтому вот этот вариант он, скорее всего, для вас отметается, если вы небольшая корпорация, у которой есть суперкомпьютеры, у которой есть куча челиков, которые буквально занимаются тем, что датасеты чистят, собирают новые датасеты для обучения моделей. Вот. Если так, то, конечно, новую модельку вы изи обучаете. Долго, но все равно обучите. Второй вариант это взять какую-то уже существующую модель. Existing model. Вот. Преимущество такого варианта в том, что вот вы взяли какую-то условную мистраль, и вы уже изначально, если вам известны ее веса, имеете весь тот, все те знания, которые мистраль себя впитала, вы уже по дефолту имеете. И вам хотелось бы просто дообучить эту модель, понимать еще лучше ваш домен. Вот. И сейчас мы будем смотреть, каким образом это можно сделать. Типа для вас совершенно не секрет, мы уже так или иначе в том семестре этим занимались, что можно взять, зафантюнить uh, модель, то есть можно взять ее всю полностью да, обучить на новый корпус. Немножечко, там, ну, с небольшим learning крейтом, вот. Uh, мы возьмем, короче, датасет. Датасет называется Glue. Вот, может, слышали довольно-таки известный английский датасет. У него там есть, типа, ну, вот пример. Uh, Hide new secretions, From parental units. Какой-то лейбл, какой-то индекс. Э, в общем, не суть. Вот у нас есть какой-то датасет. Внутри у него что-то происходит. Типа, окей, берем модель, которую называется GPT-2. Просто обычная декодерная моделька. Берем э, AutoTokenizer. Мы не знаем и не хотим определить, какой там реальный токенизатор используется. Говорим, сама, сама определи, пожалуйста, библиотека. Она определяет. И добавляем спецтокен. То есть мы в данном случае под токен добавляем руками. Так можно, если для него существует обычный embedding уже. Дальше. А модель мы будем подгружать следующим образом. Внутри мы хотим, чтобы у нас модель подгружалась из с автокласса AutoModel for и Sequence Classification. Типа даем имя и говорим, сколько классов. То есть у нас будет языковая модель для решения задачи классификации обычной. Дальше. Мы делаем вот такую штуку, называем Resize Token Embeddings. Смысл в том, что мы берем, короче, модельку, мы добавляем спецтокен, и там вот как получится. У вас есть языковая модель, но ну, это какая-то там какая-то модель со, со слоями. И вот обычно самый первый слой – это слой эмбеддингов. И в этом слое есть определенное количество обученных векторов, то эмбеддингов. И если так окажется, что у вас здесь, не знаю, там 10 тысяч эмбеддингов, это немного. А в токенизатор знает имбеддинги, токенизатор знает токены с номерами от нуля до, не знаю, 20 тысяч, то окажется, что у вас 10 тысяч будет номеров, которым не соответствует никакой имбеддинг. И вот, чтобы такую ситуацию убить, мы, мы конечно, не, до, не дообучим ничего здесь нового. У нас нет пока такой цели. Мы просто берем и ресайзаем у модели слой с эмбеддингами так, чтобы он, э, по сути, соответствовал количеству эмбеддингов, которые знает токенизатор. Если а токинизаторы больше... Же? А что? как он там ресайзится? Он просто дополняется каким-то рандомом или он там интерполируется, условно, как позиционный? А, По-моему, по рандом он дополняется. Он там, когда делается ресайз, если этот ресайз реально производится, то он там будет писать, что, типа, я добавил новые эмбеддинги, и эти эмбеддинги не обучены. Угу. Типа, а потом, можешь... потом в обучении мы, соответственно, в них тоже градиенты будем прокидывать и дообучать все если мы будем что-то обучать, да, то туда прокинутся градиенты. На практике вот эта штука означает, что вы где-то косякнули. на практике. Но иногда в редких случаях такая штука используется а, просто потому, что там токенизатор, например, взяли от модели поновее, но той же самой, а модель осталась старой. И такое может случиться, и поэтому вот, просто полезно знать, что вот есть такая функция, которая ресайзает вам слой, ну вес, матрицу весов у слоя с эмбеддингами до размера э, токенизатора. И если вы это делаете осознанно и целенаправленно, то ничего не произойдет плохого. А если вы это делаете просто потому, что вам выдалась ошибка и ничего не сошлось, то ждите того, что будет потом болеть где-нибудь там, на чем сидите. Когда вы поймете, что у вас там какие-то токены заменились на эмбеддинги, которые не обучены, и они просто фигней занимаются. Особенно если вы даже ничего не дообучаете, а сразу на инференс ставите модель. Вот. Ну и модель, счит... конфиг модели считываем. Вот. В форварде что происходит? Мы берем э, из модели трансформерную часть, передаем в нее наши Трансформерная часть это все, кроме головы, кроме вот линейного слоя в конце. М -м -м. Подаем сюда весь батч. Ну, вот это input IDs, attention mask, э, либо input IDs, либо input embeds. То есть либо так, либо так. Ну а обычно импотайдис передаются. Передаем сюда, получаем выход последнего скрытого слоя, берем Attention Mask, там суммируем, вычитаем единицу, смотрим какие-то вероятности. Ну и в общем uh, Torch Range. Ну и берем по индексам, короче говоря, мы берем uh, вероятности всех токенов, которые использовались вероятности для последовательности, короче, мы находим. Не суть важно, просто вот есть последовательность, вы наверное, находите до нее вероятность. С Какой вероятностью каждый следующий токен будет? Вот суммируете. И вот возвращается у нас э, score. Вот девайс просто определяем типа как, на каком девайсе, это просто у нас будет атрибут. Короче, это просто моделька для классификации, которая возвращает нам какие-то там оценки вероятности. У нас есть всего два варианта ответа. Мы делаем модельку. Сколько у нас всего в ней параметров? Так, 112. Ну, получается 124 миллиона 442 тысячи 112 параметров. Ну, не так уж и много на самом деле, учитывая, что мы до этого 7 миллиардную модельку ворочили. Вот у нас есть э, одной из текстиков в нашем датасете. Вот сам текст, вот attention mask. Берем, делаем batch size равный 128. Коль скоро у нас модель маленькая, то у нас видеопамяти будет посвободнее. Делаем дата лоудера, естественно. И будем, ну здесь просто демонстрация. Вот будем подавать это все внутри, внутрь, модельки. Будем дообучать. Сначала мы, ну, нет, сначала мы просто определим функцию, которая будет в верхнем уровне просто отвечать за то, что мы как-то дам да обучаем. Внутри у нас модель, оптимизатор, сколько всего итераций обучения мы хотим и так далее. Здесь ничего особенного, мы будем использовать кроссэнтропию, хоть скоро у нас модель выдает вероятности, то как бы сам Бог велел использовать кросс-энтропию. Делаем model трейн. И до сих пор, пока у нас не настигнет Total Numinters, то есть пока мы не пройдем столько итераций, сколько мы изначально поставили, мы идем по даталодеру, токенизируем каждый новый текст. Ну, точнее, не один текст, а 128 текстов. Батч токенизируем целиком за один раз. Переводим. Каждый элемент батча на куду, дальше натравливаем на весь батч модель и получаем из нее вероятности. Вот. Подаем вероятности и таргеты настоящие в кросс-энтропию, считаем лосс, обнуляем градиент, делаем обратный пропих и наконец делаем шаг. Все. Ну, дальше, естественно, что для того, чтобы из вероятности получить, из сырых вероятностей, получить настоящие вероятности, которые нам будут нами интерпретируемы, нам нужно сделать softmax. Вот, который просто переведет вот эти числа, они там будут в непонятном масштабе. Для модели это будет иметь смысл, а для нас нет. А для нас вот имеет смысл все перевести на отрезок от нуля до одного, чтобы суммировалось все в единицу. Вот. Ну и считаем accuracy. Мы делаем softmax, берем Берем, получается, только один столбец, то есть берем только наиболее, получается... Мы здесь берем, получается, если мы по логитам делаем... Ну, типа, у нас здесь в prediction будет наиболее вероятный, всему э токен. Ну, по сути, ответ, типа, там их ответа будет всего два. Две вероятности будет вам выдано. И вот мы берем вероятность единицы, короче. Вот, да вероятность единиц. Вот. Ну, считаем accuracy. Апдейтим наши массивчики для трека. Если что, вырисовываем. Если что, прям рисуем картиночки. И определяем еще функцию evaluate. Она считается у нас без градиентов, без подсчета градиентов. Переводим в eval, берем кросс-энтропию. И дальше идем по валидационному даталодеру. Опять же, токенизируем батч отправляем весь батч на куду, опять же все скармливаем модели, считаем лосс, смотрим на логиты, опять же считаем softmax, берем вероятности только для первого класса, вот, и прибавляем accuracy. Все. И дальше. чем будем проверять? Это вот чисто вот обычно, на самом деле, вот, там есть поковырять, то за исключением каких-то вот таких вот мелочей для вас ничего там прям принципиально нового не будет, мы это уже все смотрели и руками делали 10 тысяч раз на самом-то деле. То есть языковые модели в этом плане не особо отличаются. То есть, окей, у них там есть предобработка токенизатором, которая, ну, отличает их от других моделей. Но это не то, чтобы прям принципиальное различие, его один раз понять и все. Вот, короче. Чем мы сначала попробуем? Первым мы попробуем дообучить вообще тупо все веса модели. Просто обычный классический файн -тюнинг. Берем модельку, заново инициализируем, берем Адам с ADK, ну, с регуляризацией, короче говоря, вот, и вот с маленьким learning крейтом берем и пытаемся тысячу итераций до обучения сделать. Ну и вот смотрим, да, довольно неплохо. Лосс у нас понижается, с каждой итерацией потихонечку затухает. Экерси у нас растет. Типа норм. В итоге у нас лосс составил 0.28 в конце, а Экерси почти 0.9. Дальше. А, что еще можно попробовать? Ну вот в прошлом семестре, опять же, смотрели, что можно не все дообучать. Можно там часть заморозить, а верхушку ее дообучать. И вот эта стратегия врождается в линии пробинг. Это когда мы дообучаем только саму голову. То есть все остальное мы оставляем замороженным. Берем заново инициализируем модель. Берем адам тот же самый свои дикей, но шажок чуть чуть побольше, чтобы голова нормально обновилась. Вот, смотрим. Лос опять падает, но уже как-то менее, менее явно, ярко выражено. Вот, возможно, мы утыкаемся в какой-то предел для модели. То есть, модель уже неплохо дообучена. И мы как-то особо сильно-то ее не сможем бустануть. Но вот экирус неплохо так подрастает. Ну, естественно, что мы только один слой дообучаем. У нас в итоговой Экерус 0.73. То есть, ну, значительно меньше, ощутимо меньше. Что поделать? И вот прям вишенка на торте вот этого всего, это так называемые адаптеры. То есть в чем вообще идея? Идея стоит в том, что вот у вас есть нейросеть, которая состоит из каких-то блоков. Вот там первый блок, ну там слои, блоки слоев. Второй, там третий и так далее. И мы до этого смотрели на стратегии, которые позволяют там, не знаю, все веса во всех блоках обновить или только половину, или только в самом последнем блоке. Но что если? Это не самое оптимальное. То есть в чем проблема у такого подхода? Самая первая проблема, которую мы все равно не сможем решить, это в том, что нам, блин, для инференса нужно все эти веса там перемножать, а для бэкворда нам надо все градиенты пропускать. Ну, для, допустим, с бэквордом мы решаем тем, что мы не, не по всему пропускаем градиенты. Но все еще, как только вы пропустите градиенты, вам изменения для каждой группы весов, по которой градиенты пропускались, надо хранить. И потенциально, если вы делаете фантюнинг, вам нужно, вот у вас есть там, не знаю, занят 10 гигабайт под веса модели, и еще 10 гигабайт вы займете под градиенты на каждой итерации. Это много. Вот. Хотелось бы чего-то поинтереснее. И еще одна более того проблема. Так, сейчас, Ариан, лора, да. Э, хотелось бы еще чего. Хотелось бы того, чтобы... Вот вы взяли модель, э, Мистраль, допустим. Вы это обучили ее под свой домен. Допустим, зафайнтюнили, бог с ним. Вы выделили на, на это ресурсы. Нашли данные, нашли людей, которые это все делали. Вы замечательные. Но потом вам пришел новый домен. Э, экономика. И вам нужно бы еще модельку. И что получается, у вас старая мистраль, которая у вас была, уже дообучена, и вы ее испортили. То есть это та модель, которая у вас сейчас лежит, и там в памяти занимает 10 гигов, ну там просто на диске лежит. Вот она уже испорчена, вы не вернетесь назад к ее изначальному состоянию, только заново скачать. Допустим, вы потеряли чекпоин. Вот такое бывает в жизни. И в работе, в индустрии тоже бывает. Что делать? А что если мы будем не таким довольно-таки straightforward таким вот более таким грубым подходом пользоваться. А что если мы будем использовать подходом, который называется подход с помощью адаптеров? Давайте мы не будем вообще трогать вот эти вот веса, а будем дообучать обучать специальные добавки. Возьмем и еще небольшие блоки. Допустим, после каждого нашего большого блока мы дообучим обучим небольшие матрички которые будут просто смещать наши веса в нужную нам сторону. Вот эти вот блоки и будут адаптерами. Давайте просто вот их возьмем потом и сохраним отдельно к себе на диск. И дальше что произойдет? Ну вот у нас нам домен юриспруденция. Мы берем вот наши адаптеры, которые мы обучили под юриспруденцию для, для мистрали. Просто берем обычную мистраль, присоединяем к ней эти адаптеры, и она нам начинает хорошо говорить про юриспруденцию. Потом у нас экономика. А мы взяли и еще обучили один раз группу адаптеров. Просто дополнительные слои на самом деле. Мы взяли с, с диска эти небольшие слои, закинули в нашу мистраль убрали предыдущие, которые за респруденцию отвечали, и все, наша мистераль теперь заговорила про экономику. И при этом мы веса вот эти вообще не трогаем. Мы их никак не обновляем, мы их даже не храним в памяти. Мы в памяти храним вот это. А модель мы каждый раз заново тупо подгружаем, и когда нам не нужна, мы ее тупо дропаем. Она у нас не занимает даже места. Все. Кайфы же. Вот. И вот эта идея становится еще круче, когда мы вот что понимаем. А... Вообще, в принципе, ну, у меня уже открыта статейка, так что давайте я лучше ее просто открою про Лору. Типа, в чем идея? Ну, давайте просмотрим обычный линейный слой. В линейном слое, вот оно, просто у нас, типа, матрица весов умножается на объекты. Что если мы сдвинем веса на какую-то дельта В? Ну, у нас прогноз... Y штрих вот этот. Он просто изменится на то, что у нас к весам прибавляется какая-то добавка. То есть это изначальный наш Y плюс вот это вот дельта V на X. То есть для того, чтобы узнать новый прогноз, нам нужно знать только дельты и все. Потому что входные данные у нас уже есть, Y мы и так можем найти и посчитать. И вот на это, на этом строится в основном вот идея как раз-таки адаптеры. Типа давайте, вот у, вас, у нас есть основные веса, они будут заморожены, мы их вообще не трогаем, мы по ним ничего не пускаем, мы просто знаем, что они есть. Мы обучим вторую матрицу параллельно с ней из добавок к весам и к оригинальным, и потом мы их просто между собой сложим и получим как бы новое значение v плюс дельта v и получим новый ответ, естественно. Гениально. И хранить мы будем только вот это. Потому что вы и так лежит где-нибудь на серваке, а нам зачем это хранить у себя? Но почему, в чем тогда преимущество? Потому что дельта В должно быть такого же размера, как В. То есть мы тогда по памяти не выигрываем. И вот нет. Прикол в том, чтобы взять и большую матрицу, вот эту вот матрицу у нас дельта В, она у нас там 100 на 70, типа 100 на 70. Разложить на два вектора, 100 на 2 и на 2 на 70. Эти два вектора при перемножении дадут результирующую матрицу размером 100 на 70 просто тупо по правилам матричного умножения. Типа, ну матрица 100 на 2, умножить на матрицу 2 на 70, и у них общая размерность совпадает. И результатом будет матрица размером 100 на 70. Изи. Но при этом получается, что мы храним 200 вот чисел и еще 140. 340 чисел мы храним вместо того, чтобы хранить 700. Кайфы. Мы сэкономили, получается, в два раза больше места у нас осталось для того, чтобы чем-то другим позаниматься, где что-нибудь другое хранить. Мы разложили нашу большую матрицу на ее низкоранговое приближение. Вот. Получается, вот дельта у нас равно просто B умножить на А. Вот у нас два слоя, как бы получается, два вектора. Вектор B мы при этом инициализируем из просто стандартного распределения, а вектор А мы инициализируем нулями, чтобы они в самом-самом начале, на самой первой итерации, дали 0 в произведении. Чтобы у нас изначально первый проход был э, классический, обычный. Сквизнет. Что-то я не помню. Типа Сквизнет. Не помню такого названия, если честно. Черт его знает, там терминологии везде разные. Вот в этом и есть идея лоры. То есть мы не просто добавляем адаптер, но мы еще и этот адаптер раскладываем на две части, на два вектора, и они у себя там внутри потом перемножаются, и получается большая матрица размером вот как раз с V. Вот, но это потом будет умножение, это ладно, бог с ним. Но самое главное, что обучаем мы именно два отдельных маленьких вектора. И это клево. То есть мы экономим и э, компьютер, видеокарту, и непосредственно место на, на диске, и на видеокарте, видеопамяти. Вот, короче, это и есть лора. И для тех, кто беспокоится, что типа, а какого фига мы вот берем вот такую матрицу, ну, она же потом при перемножении, очевидно, будет матрицей низкого ранга. Но вот есть научные статьи, в которых утверждается, что изначально матрица весов тоже были низкого ранга. То есть мы как бы ничего не портим таким образом. Мы, мы ранг вот этого всего, ранг весов не меняем. Он там, интристик, ранг, как что-то такое называется. Вот. Это, короче, лора. Лора за нас уже, естественно, реализована в ПЕФ, в библиотеке ПЕФТ. Uh, берем просто из певта конфиг, указываем task, uh, указываем, что типа нет, не inference, указываем ранг, вот, общая размерность, короче говоря, чему будет равна. Потому что боковые размерности мы, мы определять никак не умеем. Точнее, мы, мы не можем их поменять. У нас типа боковые размерности отвечают за то, какого размера у нас будет результирующая матрица весов. Вот, мы только центральную общую размерность, по которой будет умножение, определяем. Ну, вот Мы говорим 8, 8 чисел. Определяем там dropout и определяем, в какие слои мы хотим подкинуть эти адаптеры. Мы говорим только в attention слои. Берем модель, берем из peft просто модуль get peft модуль, он там сам внутри встроит эти адаптеры. Он просто возьмет модель, получит, возьмет конфиг для адаптеров и просто тупо сам их пиндюрит туда. Все, Uh, все остальные параметры он заглушит. Поэтому вот у нас есть uh, trainable с 296 тысяч. Всего параметров 124 миллиона. И только 0, 23% у нас являются trainable параметры. То есть они разморожены и будут обучаться. Все остальные заморожены. Все. Это и есть параметры, которые внутри наших адаптеров, нашего адаптера большого, давайте считать, находятся. Ну, посмотрим, то же самое получается, если просто посмотрим параметры, у которых есть, по которым градиенты будут проходить. Берем тот же самый Адам с регуляризацией. Побольше по, по ленд rate. Берем те же самые тысячи итераций, смотрим. Идет, идет хорошо. accuracy растет. Получается 0,88. Чуть-чуть хуже, чем полный файн-тюнинг. Причем заметьте, что в полном файтюнинге мы 12... 124 миллиона параметров тюнили. А здесь мы тюним 300 тысяч параметров. Типа разница огромная в количестве параметров в занимаемом месте потом в итоге. А разница в accuracy вообще никакая. Четенько. Окей, то мы сейчас тюнили саму модель. Можно ли мы еще что-то потюнить? И вот оказывается, да. В случае языковых моделей, еще один вариант это тюнить input, то, что мы сами подаем. И как это можно делать? Можно дизайнить промты, просто брать, выбирать их а, с помощью, ну вот, типа, фиксировать какие-то хорошие опции, которые мы нашли. Можно зафризить только модель, а хороший промпт. Ну, что, что здесь имеется в виду под промптом, типа soft prompt? Тут имеется в виду, типа у вас есть пример там 2 плюс 2. Это текст, который вам... Это вопрос ваш, который, на который вы хотите найти ответ. А перед этим есть какое-то место, какой-то space, uh, где вы можете просто указать там что-нибудь, какую-то команду модели дать. Типа, реши пример. И вот этот soft prompt, он, он и есть вот здесь. инженер prompt, то же самое здесь. Инженер промпт – это когда вы просто нашли оптимальный промпт, сами каким-то образом подобрали. А тюнабл soft, uh, soft prompt – это когда вы взяли какой-то промпт и начинаете его тюнить. Вы обучаете промпт вот этот. <как> То есть вот этот input текст вы не трогаете, это ваш входной запрос. Но вы тюните вот эту тему. Ну и модуль tuning это когда у вас просто есть тупый input текст. Вот это все тогда будет input текстом. Все зафиксировано. И вы только модель тюните. То есть у вас есть много разных вариантов. Вы можете и саму модель, и промты тюнить. В этом плане, почему бы и да. Вот. Сейчас посмотрим. А вот у нас есть там predicты, sentiments, this review is positive or negative. Это команда мы эту команду и будем тюнить. Мы просто создаем словарик, говорим тюнинг и нит текст равно тому-то. Дальше. prompt tuning конфиг делаем, за нас уже все придумано, подаем задачу, Influence, там количество виртуальных токенов, это количество токенов, которые будут созданы, они нам не будут видны, они ни на что для нас не влияют, но это будут дополнительные 12, в нашем случае, токенов, по которым будут проходить градиенты, и они будут отвечать за то, чтобы промпт менялся и становился лучше. Поэтому они называются виртуальными. Они как бы существуют только во время обучения. А потом с ними что-нибудь придумаем. Вот. Количество слоев в модели, размерность имбеддингов, там, количество голов attention, -а. И изначально, собственно, что будем тюнить. Вот берем модель, берем э, наш, опять же, делаем peft модуль. То есть мы берем модель, вставляем в нее вот эту вот тему. Вот она, prompt-tuning-config. Peft-модуль сам разберется, как вставиться в вашу модельку. И смотрим, сколько у нас trainable-параметров. 10 тысяч trainable-параметров. Типа, это вообще какие-то крохи по сравнению со 124 миллионами, которые у нас были. То есть мы обучаем, грубо говоря, только токены вот для этого. Тот же самый Адам, те же самые тысячи итераций, ну и получаем 0,62. Но мы, извините, 10 тысяч параметров обучали из 124 миллионов. И мы при этом все равно получили, ну, удобоваримое качество. Больше 0,5, давайте считать так. Получилось не кисло. Вот, и можно соединить файн тюнинг и Prom по-моему. LP. Я забыл, что такое LP. LPFT, давайте посмотрим. Что-то я оттуплю. FT, PFT. А, блин. LPFT. LPFT. Deep Learning. LPFT. Fine Tuned Feature Extraction. LP плюс FT. Что это такое? А, линия пробинг. Все, от футы. Линия пробинг и фантюнинг. Все. Фуф, что-то я туплю. Короче говоря, соединяем все, что до этого было, в некого Франкенштейна. Берем голову Лора, делаем нашу модельку. Дальше. Добавляем голову Лоры, который мы до этого да, обуч... прообучали. Берем оптимизатор Адама и обучаем. Вот. Здесь мы... Что у нас здесь интересного? Ну вот модель, uh, load state dict. Ну да. То есть мы, получается, только саму голову поменяли на ту, что мы раньше обучали лорой, адаптер. Адаптерную голову берем. И дальше до обучаем, получается, что? Получается всю модель. Вот. И получаем 0,89. Типа все то же самое, даже чуть-чуть получше. То есть вот с адаптерной головой мы даже чуть-чуть, ну, за одно и то же время, мы, получается, даже чуть-чуть лучше accuracy получили, чем просто файн -тюнингом. Ну и тестируем, каким образом. Типа токенизируем текст, передаем на куду, э, перекидываем э, в модельку, получаем вероятности, делаем softmax, берем э, Наибольшую вероятность. Ну, у какого класса наибольшая вероятность? ноль или единичка? Ну и смотрим. Типа, текст. This movie is amazing. Таргет 1, prediction 0. Ну, чё -то как-то... Таргет должен быть единица, у нас prediction 0. Ну, чё -то фигня получилась. Ну, это для... для чего ничего. Посмотрим. The charm and no fun affecting journey. Ну, типа, нормально. Очень, очень большая уверенность в модели, что это хорошо, это позитивно uh, bleak and desperate. И вот модель очень сильно уверена, что это негативный отзыв. Ну, здесь, в принципе, неплохо, неплохо работает так-то. Типа, опять же, вот в конце вот тоже как бы уверенно. В принципе, если посмотрите, везде как бы 0.98, 0.96, модель очень хорошо, очень сильно уверена в том, какой ответ она дает. И ошибается она, ну, довольно редко. Так что не кисло получается. Фу, это было много много материала. Есть какие-нибудь вопросы? Потому что это все. Ноут закончен. Что-то потненько прям было. Ч как? Ну, четенько, раз все норм, то окей. Если каких-то особо вопросов не появилось, так, то ладно, что-то да, давайте всем пока. Вот. Всем тогда удачи. Давайте.